рады, приветствую. Вот я сегодня вырвался, сегодня, правда, поздно уже, но тем не менее, хотя бы часика полтора поброжу, похожу, может быть, чего-то мне сегодня попадется интересное. Ладно, время терять не буду, сейчас разложу свой прибор и начну искать. Поехали. Так, ну что, вот он, первый плюсовой приятный сигнальчик. И у нас здесь пятачок, ранник советов, гнутый весь, зараза, коцанный, зелененький, даже года толком не понять. Ну, судя по всему, самый распространенный, да? Да, 30-й вроде бы. По-моему, 30-й, 30-й или 31-й, ну не суть, ладно. Стоит ли отвлекаться на такие сигналы? По-бырому попробуем. Скачет 6-10, блин. Вообще в чернине куда-то уходит. А вон проволочка мимо. Ладно, пойдем дальше. Вот вроде более-менее чистый. Где был сейчас? Вот он, 22. Так, сейчас расковыряем. Так, что-то есть. А, двушечка. Так. 57 года. 2 копеечки. Вот. Блин, 50-го года, конечно, почти у всех сохран хороший, идеальный, никакой зелени. Прорывается прям что-то положительное. Да. 46. Нет, чисто медный. Ну, либо, конечно, консервная баночка. Не, не консервная баночка. Вот у нас тут что-то попалось. Так. Так, где ты? Где ты? Где? А, вот. Вот она. Так. Медная штучка. Так, сейчас посмотрим, что это у нас. Оба. Царизм. Ага. Приятно. Так, что у нас? 3 копейки. 1910 год. Ну, зеленые, конечно. Но, тем не менее, приятная трешечка. Так, посмотрим. Да, скачет как-то прям. Так, нажму на паузу, выкопаю нормально. Такое соседство. Николаевская 3 копейки и пробочка советов. В одном месте практически. Вот у таких пеньков люблю ходить. Ну, не у таких, у тех, которые срезанные больше. Ходишь, когда передвигаешься, если пеньки старые, иногда люди там присаживались на них, там сидели, может, пиво пили, может, просто книжки читали. И вот у таких вещей, у таких пеньков частенько бывают монетки. Иногда прям гроздями, там, россыпями. То есть люди сидели на протяжении многих лет. Камрады, времени мало, темнеет быстро, поэтому весь процесс снимать не буду. Время тратить чисто вот по уже выкопанным каким-то вещам. Вот, видите, пенечек рядом. А здесь у нас монетка. Что у нас тут? Что у нас тут? Трешечка какая-то, что ли, советская. Ха-ха, фигушки. Опять дедушка земляной издевается. Сейчас резкость настрою. 5 рублей. А, нет, 5 копеек. Я думал, 5 рублей современные. Нет, 5 копеек, 61.
Пошли находочки поприятней. Одна ямочка. И сразу две монеточки. Сейчас. Сейчас, сейчас. Раз, два. Там такой приятный, устойчивый 28-30. И у нас здесь сразу два пятачка. Так. Здесь у нас год, сейчас не пойму какой. Год у нас. Что ж с резкостью? О, 29-й. Так, 1-29. Второй. Тоже старенький. 31-й. 31-й. Ну вот. Уже, как говорится, не зря пришел. Эх, приятненько. Эх, иногда сигналы так обманчивые. Вначале как-то что-то 30-32, а потом 36 уже пошло. И вот она. Вот она монеточка, блин. Ай, думал билончик, а это не билончик. Монетка тоже неожиданная, конечно. Сейчас, не знаю, видно вам нету, но это у нас деньги. Сейчас. Со свастикой. Вот вам видно, крест или нет там. Темнеет, блин, уже. Вот он, орел. Свастика. Пять этих, как их там, феннингов. Так приятно печали. Не знаю, конечно, откуда здесь такая монетка. Хоть я и как бы почти в Москве, скажем так. Здесь, я знаю точно, боев не было. Каких-то, не знаю, может, какой-то партизан забрал у немецкого полицая. И снова у нас небольшая рассыпуха. Вот, пятачок, пожалуйста. Так, сейчас посмотрим, какого года. 46-го. Не 45-го, конечно. И вот у нас еще копеечка. Может быть, хоть она 45-го. Нет, тоже 46-го. Две погодки в одной ямке. Ладно. Ай, надо время еще не терять, походить. Красиво здесь, конечно, и весной, и летом, и осенью. Вот еще одна какая-то, видимо, царская монетка медная. Неплохо, приятно. Вот она. Ну, пищит как-то, конечно, не совсем, как медь. Нет, это не царская. Да. Сейчас, секунду, что у нас тут? Ух ты, корона какая-то. Так. Что у нас здесь? Так. Секунду. Какая-то корона. Что-то... Конунг. Конунг чего-то. 5 оре. Какой 93-й? А, 53-й. 5 оре 53-го года. Не знаю даже, честно говоря, из какой страны эта монетка. Но выглядит приятно. Я думаю, отмоется, будет симпатичный. Чистым, ровным 42. Двинул ногой. И она, вот она, на поверхности. Монеточка. Вообще, смотрите. Блин, столько лет. Душечка. Сейчас, ну, 24-й, конечно, год. Две копеечки. А, 90 лет пролежали здесь. Прям рядом с тропиночкой. Надо же, никто не видел, никто не замечал. Вот такая приятная штучка. Приятный чисто монетный звук. Явно что-то легенькое, приятное. Все-таки консервная баночка немножко иначе звучит. Кое-где, где-где мелькнула. Где? Сейчас, только что же была. Да, вот она, монеточка. Здоровая какая. Так, что у нас?
А, это не монетка. Ваше дело правое, да. Есть у меня таких уже несколько медалек. Правда, в целом, вот очередная находочка. И это у нас оказалось все-таки медалька. Так, медалька с профилем Сталина. Ваше дело правое, мы победили. Со сломанным ушком. Но убитая, конечно, зеленая вся. Но, тем не менее, медаль. Приятная находочка. Как бывает. Пошел какой-нибудь в поисках пенька, бревна, чтобы сесть, полоснуть монетки, показать вам. И неожиданно нашел танк. Танк непростой. Танк прикольный, интересный. Пищал, как сумасшедший. Вот он. Танчик. Танчик, не знаю, что это у нас, Т-34. Вот она, самая приятная находочка на сегодняшний день. Танк. Игрушка. Когда-то у меня тоже в детстве такие были броневички, танки. Какой-то ребенок здесь играл, гулял. Так, ну что ж, уже практически совсем стемнело. Пройдемся по нашим находочкам. Так, вот у нас 1, 2, 3, 4 пятачка, 5 двушек, 2 копеечки, билончик приятный, медалька, вот она, медалька, 50-рублевки российские попались, конечно, вот трешечка николаевская, приятная, опять 50-рублевка, и вот он, вот он, по-моему, мой шедевр на сегодня. Это танк. Видео так и назову. Про танк. Вот он какой. Красавец со сломанным дулом. Прошел и Крым, и Рым, все войны. Ладно, буду еще дальше копать, несмотря на темноту. Потому что интересно, потому что азарт не оставляет в покое. Вот. Монеток у нас сегодня, конечно, не так. Скажем, ну, немало, но и немного, ценных особо нету. Из приятных, к сожалению, вот только билончик. Монетки разные, вон вообще какие-то непонятные. Ладно, дома сфотографирую, прикуплю фотографии, чтобы можно было разглядеть все находочки, потому что уже темно, ничего не видно. В общем, ребята, всем удачи на копе, используйте последнее время до зимы, до снега. Используйте не зря, ездите, ищите. Находите, кто ищет, как говорится, тот всегда найдет. Удачи всем на копе. Пока.